Работа называется «Мать драконов». Работа выполнена 16 июня 2021 года. Занимаюсь данным видом работы с зимы 2021 года, не имея художественного образования и педагога. Вся работа выполнена интуитивно. Дракон символизирует космическую, сверхъестественную силу, мудрость, скрытые знания. Молодая девушка, держащая дракона на своем плече, говорит о зародившейся мудрости, для которой дракон является хранителем сокровищ и доступ к тайным знаниям. Босая девушка пройдет по всем камням жизни, несмотря ни на что, смотря только в небо, чтобы обрести смысл жизни.